Конечно, нет, мы делаем на диаметром имплантата, мы не распахиваем пол челюсти, то есть, чтобы вот, нет, вот это не заданная величина, это величина, продиктованная вашим, во-первых, мезиодистальным расстоянием, да, вы же в рамках зубов работаете, это здесь у меня нива для творчества, так-то у меня же зубы, я строго ограничена этим вопросом. Я зачастую делаю парасуркулярные разрезы, очень аккуратно, не затрагивая сосочки, подворачиваю ровно только тот объем, который на диаметр имплантата помещается, чтобы не было, да, излишних каких-то дефектов и микроподтеканий. Я хочу делать... Сейчас все так и сделаем. Все, доктор крови выпил, посмотрите. Она такая кровожадная стала. Конечно, без оптики просто даже разрезов своих уже не вижу. Это вы какой случай хотите? По палаче, то, что мы с вами обсуждали. Я хочу формирователи вам показать. А вот в предыдущем случае мы со стороны снёбной поверхности не можем получить дефицит десны, то есть мы ведь отсюда взяли, мы же обсуждали сейчас только что вот с коллегами, что там будет небольшой дефект, который 7-10 дней эпитализируется, и в течение месяца он восстановится весом. Столько, сколько ему там положено. Но эти методы, это не я придумала, не сегодня они работают, никаких дефектов пока ни у кого не наблюдается. Ну, верхняя челюсть, видите, да. Тут еще зуб этот. Так мы сейчас и удалим его, что вы думаете. Вот мне уже принесли. Вообще у свиньи очень сложно зубы удалять. Я как-то раз этим занималась. Это мараш. А? Это мараш. Это свинья. Свинья. Ну, я его сломала, чтобы было понятно. Морально не было. Не-не-не, это свинья, во-первых. Во-вторых, у свиньи очень... У нее, знаете что, они длинные. Они вот такие шеловидные, длинные. А я не буду удалять, господи, что я вокруг не поставлю, что я... Зачем мне это нужно сейчас, ломать себе руки и портить инструменты в клинике? Нам достаточно будет. Конечно, у пациентов, у которых они нуждаются, да, вот в таких вмешательствах, у них и небо-то не будет такое прямо очень толстое, естественно, поскольку у них дефицит, но там она хотя бы прикрепленная, и хоть что-то с ней можно из нее изобразить. Спасибо. Доктора, это, конечно. Прелесть.
еще вопрос под предыдущие, да, предыдущие операции. Мы только на верхней челюсти делаем, на нижней челюсти мы не делаем. Можно, но там у вас реально такого нету запаса. Где вы ее возьмете там? Если, конечно, очень повезло, то делаем. Ну, как правило, нет. На нижней челюсти? Да, для боковых участков, да. Если у вас, я еще покажу, сейчас вот эту сделаем сторону, и мы сделаем с другой стороны, как еще можно сделать. Когда на нижней челюсти очень тонкая, даже прикрепленная десна, которую вы переместили, очень тонкая, ее можно вот так же карманом подвернуть. И так будет хоть какой-то как бы, у вас плюс ткань. Вот это. То есть не использовать ее на сосочке, а именно хотя бы ее вестибулярно подвернуть. Что ж тогда между формировательными будет? Да вырастет она. Ничего, да? Ничего не будет. Страшного ничего не будет. Не знаю, на мой взгляд, из всех тканей в полости рта десна это самый вообще лучше регенерируемый. Это самый благодарный вообще наш польза. Наверное, между формирователями надо шины какие-то подправки. Обязательно, конечно. Крестообразные. Ну да, сближающие, прижимающие. Ну, нам нужно так всего 3 серого. Место быть. Ну, смысл только в чем? Чтобы не просвечивался. Ну, почему? Нет, все-таки прикрепленная десна предохраняет от дальнейшего, да, и попадания туда, и она обеспечивает лучший гигиенический статус. Конечно. Мы уже все стали, уже даже те же немцы стали приходить к выводу, что не надо уж прямо там всем подряд и делать костную пластику, можно обойтись. Да, мягко тканными комплексами, это нежнее, быстрее и более прогностично. Вот сколько мнений, столько и... Да, такое оно было, да? Я просто ничего такого еще сама не делала, поэтому не могу. Собственно, вот у меня будет все экспериментально, все оценит и расскажет, что это не все. Ну что, мы предположим, что у нас еще один имплантат. Я теперь знаю, зато мы тут измерили с ассистентом с моим, сколько у меня закрутка на руку. 25 минут.
мы проверили просто, на какое усилие откручивается то, что я закрутила руками.